Привет, друзья! Это четвертая серия озвучки битвы Сайтамы против Гароу из оригинальной манги Ван Панчмана. К большому сожалению, данные серии набирают, ну уж больно, очень мало просмотров. Но я уже начал их выкладывать, поэтому закончу начатое. Завтра выйдет финальная пятая серия. А дальше уже теории по аниме, альтернативные сюжеты, которые, кстати, практически готовы. Друзья, поставьте лайк этому видео, это поможет его продвижению. Может, хотя бы на этот раз видео попадет в рекомендации, и у меня наконец-то будут нормальные просмотры. А то уже столько времени прошло, а я их давно уже не вижу. За последнее время в среднем мои видео набирают лишь пару тысяч, и это учитывая, что нас больше 98 тысяч. Вот почему мне обидно. Ладно, не буду унывать, ведь есть ребята, которые поддерживают меня как могут. Ребята, которые поднимают мне настроение и мотивацию. Хочу выразить отдельную благодарность людям, которые поддерживают меня донатами. Роман Виговский, Battleborg, Report Jungle, Доктор Баг, Малик из Магомбетов, Элджин 142, Чепчик, Денвер, Диктопус, Евгений, Мит и, конечно, бустерам Фасту Накамура, Беликта, Данил Мякишев и Battleborg. Огромное вам спасибо, друзья. Именно благодаря вам я выкладываюсь по полной. Кстати, сегодня на Бусти я выложил тизер второго сезона мультсериала «Неуязвимый» со своей озвучкой. Если хотите посмотреть, переходите туда. А для тех, кто хочет поддержать меня донатом или подписаться на мой Бусти, ссылки будут в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Окей, let's go! Мастер. Ваган Макон, ребенок император, что с тобой? Я вижу внутри Гару нечто инородное и зловещее. Как я и думал, ты все же под контролем. Приди в себя, Гару! Я уже говорил тебе, я все делаю по своей воле. Серебряный клык прав. Ага. А ты еще кто? Я Бласт. О мелочах попозже. Ты находишься под контролем Бога. Что ты сказал? Бога? Ты не совсем понимаешь суть божественной силы. Твоя атака легко может привести к полному уничтожению всего живого. Правда ли это твоя цель? Только посмотрите на этого пустозвона, вдруг появившегося из ниоткуда. Даже если это так, что ты предлагаешь мне сделать? Если ты понимаешь всю серьезность ситуации, позволь мне перенести тебя в другое измерение. Взгляни. Обычные люди не способны выдержать космическое излучение, которое исходит от тебя. Они не имеют иммунитет, как я, поэтому могут погибнуть от одного твоего присутствия. Похоже, в нем еще осталось немного человечности. Смог ли он избежать полного захвата сознания? Несмотря на это, выглядит он жутко. Что было бы, если бы Бог полностью поглотил его разум? Я надеюсь, что он прислушается к здравому смыслу и отправится со мной. Но если нет, это будет битва двух существ, манипулирующих силами космоса, чтобы определить, кто прав, а кто нет. Божественная сила? Не так уж и плохо. Одно мое присутствие означает смерть. Я наконец-то стал настоящим символом абсолютного зла. Не будь идиотом! Я с нетерпением жду возможности увидеть, как изменится человечество под давлением постоянного страха перед абсолютным злом. Я – ужасающее будущее, угроза божественного уровня. Нет,
Я не позволю! Остановись, серебряный клык. Если подойдешь поближе, то умрешь. И что с того? Если хочешь это сделать, тебе придется сначала убить меня! Абсолютному злу никто не нужен. Окружающие люди будут лишь страдать. Прикончить старика прямо здесь. Никогда больше не видеть Торео. Вот что я должен сделать. В том числе для их же блага. Это мой шанс. Берегитесь! Генос! Ты не единственный, у кого есть иммунитет от излучения! Кибердемон? Как героично! Так значит, тот лысик был настолько силен, чтобы иметь героя С-класса в учениках. В этом есть смысл. Портальная пушка! Принудительная телепортация? Что это за дурацкая атака? Гравитационный кулак! Запечатать. Я понял, как использовать эту силу. Что? Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Порталы измерений разрываются от переизбытка энергии. И если бой продолжится, планета будет уничтожена. Нужно всех эвакуировать. Я вижу, ты не зря занимаешь первое место С-класса. Но сейчас мне не до тебя. Этот лысик все еще не выкладывается на полную. Если я скопирую его силу, а затем усовершенствую, я смогу победить. И чтобы заставить его сражаться во всю силу... Стой! Не делай этого! Мастер... Опоздал. Ты же тот самый парень! Не приближайся! На, лови! Генос. Мастер, это удивительно, как у вас получается прибывать на место происшествия вовремя. Так вот, что значит быть героем. Да не, я всегда прихожу слишком поздно. Есть ли у меня на самом деле геройская интуиция? Что мне? Прием из серии серьезных. Серьезный удар. Режим Сайтама. Серьезный удар. Это энергия. Дело плохо. Земля будет уничтожена. Двойной серьезный удар.
Портал не может выдержать такого количества энергии. Я не смогу перенести их достаточно далеко. Неважно как, я должен что-то сделать, чтобы максимально отдалить источник разрушительной силы от Земли. Не стоит недооценивать Землю. Подумать только, есть еще один герой, кроме тебя, который сумел противостоять этой божественной силе. Кто он такой? Ребята, мы одолжим тебе силу! Что это случилось с этими двумя? Куда их отбросило? С таким количеством энергии, кто знает, как далеко их могло переместить. Где это мы? Что за фигня? Этого не может быть, но кажется, мы на Юпитере. У меня чувство дежавю от этого места. Но как бы то ни было, я наконец-то могу расслабиться и сражаться в полную силу. Этот парень совершенно невозмутим. Он вообще человек? Похоже, я понял, чего на самом деле хотел. Но я ни капли не взволнован. Ой-ой. Если мой костюм прорвется, ядро просто выпадет. Лучше подержу его в руках. Эй, лысик, знаешь что? Похоже, мы на одном из спутников Юпитера. Не знаю, как это случилось, но нам стоит подумать о том, как выбраться. Заткнись. Разберусь с этим, когда отхреначу тебя. Готовься. Мне достаточно и одной руки, чтобы разобраться с тобой. А, ты так в этом уверен? Разберись-ка сначала с этим. Забудь про свои жалкие трюки и иди на меня с кулаками. Покажи мне свое совершенное боевое искусство. Он просто взял и схватил портал рукой. Трюки? Я поглотил множество стилей и техник. Сражаться, используя каждую синергию с другими. Вот мое искусство. Ревущая аура, разрывающая небо. Сокрушение водяного потока. Высвобождение сердечного импульса. Вихревое рассечение. Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Шквал постоянно меняющихся атак со всех направлений. Для моего кулака даже дистанция не имеет значения. От него никак нельзя увернуться. Я неотвратим. Ха, я тоже так могу. Прием из серии серьезных. Серьезный переворот стола. Убийственная серьезная серия. Всенаправленный серьезный удар. Остаточные изображения. Вот
просто прыгает по камням со своей абсурдной физической мощью. Если я поднимусь выше скопления камней, он больше не сможет так свободно двигаться. Вверх! Земля! Я совершенно потерял ориентацию в пространстве. Словно насекомое в коробке, которую трясет ребенок. Черт возьми! Серьезный удар. Я так силен. Бесконечно силен. Раз так, я буду бесконечно копировать его, пока не выиграю. Что-то не так? Ты же сказал, что собираешься скопировать меня, когда я серьезен, и превзойти. Не так ли? Ну давай, попробуй. Все же было ради этого. Не понимаю. Я отвечаю ему с той же силой, но его каждая последующая атака становится еще мощнее. Я не успеваю. Нет. Глотаю пыль. Такими темпами один из его ударов в конце концов может меня прикончить. Даже сейчас Сайтама все продолжал расти. Скорость роста его сил и так прежде невиданных и несравнимых ни с кем даже близко, внезапно начала нарастать по экспоненте из-за всплеска незнакомых ему ранее эмоций. И даже тот единственный, кто мог наблюдать его рост, бесконечно отставал от него. А? Чувак, ты испортил всю мою одежду. Мне теперь как-то холодновато. Чёрт тебя дери! Теперь... Больше никому не узнать. Уровень силы Сайтамы. 7. Серьёзный чи. Это безумие! Что это, черт возьми, за монстр? Такое существо не должно свободно ходить по земле. То же самое можно сказать и обо мне. Это солнце? Вот оно. Нашел. Я могу телепортироваться в пределах моего зрения. Мне наконец-то повезло. Адиос, амигос. Наконец-то. В конце концов, я сделал это. Я вернулся. Я победил. Вау, этот прием был довольно потрясающим. Я же отправил тебя в полет в другой конец. У меня немножко живот скрутило, но я сдерживался, пока не был ослеплен яркой вспышкой. А потом вышли эти газы. Они и дали мне тебя догнать. Это место. Мы вернулись? Ты целился сюда специально? Ну давай. В чем дело? Почему ты не убьешь меня? По сравнению с такими людьми, скрывающимися под масками, как ты или Кинг, я чувствую себя бездарностью и ненавижу это.
потому что я герой. А еще я пообещал тому пацану остановить тебя, не убивая. Я выполню его последнюю просьбу. Последнюю просьбу? Эй, куда это ты? Пацан в той стороне. Это все моя вина! Я был слишком близко! Тарео, так это правда. Я то самое ужасное будущее. Ты ведешь себя странно с тех пор, как мы приземлились. Уверен, что никто с тобой ничего не сделал? Если бы даже и сделал, то только потому, что я слабак. Это просто смешно. Не победив тебя, мне не стать абсолютным злом. Но герой, который победил меня, говорит, я не создан быть героем. Ты мог хотя бы вести себя соответствующе, если бы ты просто закончил начатое, не болтая о бредовой справедливости. Я бы хотя бы мог покинуть этот мир как истинное зло. Теперь первый человек, которого я хотел спасти, изменив этот мир из-за меня, он... Так ты хотел его спасти? Разве ты просто не цеплялся за него за поддержкой? Цеплялся? Я? Да что ты можешь знать? А? Так ты тоже. Невозможно, чтобы человек с такой силой сохранил здравый рассудок. Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба.